Привет, ребятки! С вами Big Brain, и мы продолжаем проходить игру Real Boxing. Ребят, очень много всего произошло. Я наконец-то начал снимать через другую программу видео. Теперь они качественные будут намного. Вот только со звуком пока еще не разобрался. Ну, вроде слышно более-менее меня. Ну, шипит чуть-чуть, да, может. Вот, в принципе, а то... Та программа мне не позволяла снимать так, как я хочу, да, и игра тормозила, и видео. Сейчас будет намного все лучше, лучше по качеству и по всему, в принципе, да, видео, по счету видео. Вот, а по звуку похуже чуть, но мы потом, я доработаю это все, и будет лучше, лучше тоже по звуку. Вот, и еще хотел сказать, я здесь... Поиграл, просто тестировал, где-то 5 боев обычных сыграл, 5 где-то. Вот у нас спортзал теперь это, ну, то есть можно теперь поиграть сейчас. Ну, то есть это, покачаться в спортзале. Вот, и потом еще, мне кажется, надо будет нам еще бои проводить, потому что... Потому что нам еще сюда, походу, рано. Ну, все равно я хочу нормально выкачаться, чтобы прям ему звездюлей дать хорошеньких. Так что давайте, ребят, спортзал. Ставьте лайк, подписывайтесь. Шучу. Ладно, ребят, не буду вас утруждать, погнали. Покачаемся. Надо качаться, качаться. Страйк. Опа, М-ки появились. О, М, М, Д, О, Н, Т, К, Н, М, К. О, блин, вообще жестко стало, ребят, я же говорил, прибавится. Вот как быстро выкачаться, я не знаю вообще. Тяжело, очень тяжело. Когда это закончится? Жесть. Тяжело стало вообще, это просто что-то с чем-то. Теперь надо не 4 нажимать уже кнопки, а надо нажимать 6 кнопок. Это еще хуже, что было. Так, ладно. Ой-ой. Ой-ой. Типа, тихо, мужик. Не ругайся. Я пока привыкаю к этим кнопкам. Не дай бог, здесь тоже 6 кнопок будет. Ай, сори. Ну блин, это вообще жестко. Жестко, я ругаться буду. Ругаться себе буду. Это жестко сделали вообще, конечно. Я представляю, 6 кнопок, если здесь будет, это. Блин, я не выкачусь. Я точно не прокачаюсь, это. Для меня это чересчур очень много. Блин, реально. Очень много чересчур для меня это. Давай-ка не спи, он говорит мне сейчас. Да, мне кажется, чересчур это все много. Ну вот здесь хоть 2 осталось, это нормально. Вот силы тяжело, да. Силу качать теперь тяжело. 6 кнопок задействовано. Здесь вот 2 кнопки, как и было. Perfect. Отлично. Отлично, мы закончили тренировку. У нас 83 получается. Можно, конечно, за денежку. Давайте за денежку еще потренируемся. Скакалка, выносливость. Выносливость нам там пригодится. КК. КК. О. Джей. О. И КК. И КК. И Джей. И... Ну, 4 еще тоже более-менее. Я уже привык чуть-чуть. А, блин, 6 это... Это жесть вообще. 6 кнопок. К.О. Джей. Джей. И... Ай, блин. Ну, ладно. Ладно, бог с тобой. Не смог я. Ладно, все. Так, у нас 82, 82, 83. А, пойдем, что ли? Попробуем
звездюлей навешать ему. Ну, мы уже навешаем, мне кажется, да, навешаем. Ну чё, ребята, погнали. Посмотрим, как у нас теперь записывает программа. А то, блин, до этого было это просто жесть. Сейчас, видите, не лагает, спокойненько. Сейчас бои еще посмотрите, как пишут. А то до этого вообще прям беда была, беда. Беда была. Так, все, мы готовы. Ну и сами видите, наверное, изменения нормальные, да? Ну, игровой процесс получше стал, потому что я-то, когда играю и не снимаю, у меня намного круче игровой процесс. Ну, я могу себе позволить там и на больших настройках поиграть. Ну, просто когда пишешь, подлагивай там, FPS и прочее. Так что вот, ребят, ну, намного круче стало, да, согласитесь? Напишите в комментах, если изменился процесс, на ваш взгляд вообще. Вот, ну, в таком формате в дальнейшем видео снимать, если. Если в таком формате в дальнейшем снимать. Да ты заколебал, тварюга. Бить заколебал меня в этот. Вот, эту игру закончим. Я не знаю, потом следующую какую-нибудь игрушку возьму хорошенькую. Тоже проходить буду. Ай-яй. Опа, что такое было? У него такие мощненькие удары, да? Опа, пробил, держим блок. Падай, упал он наконец-то. Мы это сделали, ребята, мы его уронили. Уронили в речку мячик. Укатился в речке мячик. Утонул он. На-на-на-на. Так. Крови-то крови. Жесть. Встал. Встал он. Встал, дяденька, встал. Вот, ребят, так что напишите в комментариях, если процесс изменился игровой, вам лучше стало видео, ну... Качественное видео лучше стало без лагов. Напишите. Я сразу говорю, у меня монитор не широкоформатный, да, у меня такой монитор, и, в принципе, мне удобно, да, так снимать. Вот. Да, у многих такой монитор, наверное, на всяких ноутбуках, еще что-нибудь прочее. Сейчас его забьем. Вот, и теперь серии, ребят, покороче будут. По минут 20 где-то серии будут идти. Так что. Вот, по минут 20. Perfect.
Потому что игра, ну, видео больше будет теперь весить. Да давай ложись ты, ложись. И загружать его долго на YouTube теперь придется. Ах ты, Скотт. Сейчас упадешь. Чаще ему дал. Отлично. Упал, дяденька упал. Так. Встал. До конца успеем его уработать. Должны успеть. Ай-яй, вот он уворотливый, скотина. Да что ты, какой резкий-то, у тебя скорости меньше, чем у меня. Вот это я не люблю у них. Скотина, а! Нате, чачу. Компьютер все равно, ну, умные компьютеры. Че они? Прописано, чтобы... Ай, Скотт, а? Взялся. Чуть-чуть его не положу. Ну ладно. Ладно. Мы ему сейчас пропишем пару. Ай-яй-яй-яй. Что-то он какой-то дерзкий стал. Слег он, полежать, отдохнуть. А тут дерзкий больно, дерзкий он какой-то прям. Так посмотрел, такой взгляд у него был. Прощай. И упал. Прощай. Отлично, нокаут. Ребят, просто я недавно начал летсплей, да, ну, вообще, как говорится,
летсплей недавно начал делать, и я пока развиваюсь, да, себе оптимальные варианты видео, ну, то есть, качество, звук, да, и прочее, и тематика, и общение, ну, потихонечку, все эти навыки, обучаясь этими навыками, и все лучше и лучше с каждым разом. Другую игру я, мне кажется, уже по-другому начну просто. Вот, так что, если вы со мной, подписывайтесь. Будете смотреть, будете со мной комментировать, играть. Ну, как-то вот так вот будем общаться. Так. Steam у меня выключен. Так, нам надо сколько еще там? 4, да, боя? Кто у нас следующий соперник? Ребята, надо посмотреть, кто у нас следующий. Воу, 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 потише, потише. 85 выносливость у него. Дяденька ждет, отжигает. Давайте, ребят, простые бои поиграем, пока я думаю. А уже, ну... Потом, короче, 4 боя простых сыграем. Потом уже будем валить того дяденьку. Подкачаемся. Потому что сейчас сложновато мне будет против него. Так, выберем давайте... А вот эту карту выберем. Попробуем, на которую у меня лагало. Вот на эту у меня, по-моему, лагало постоянно. Вот, посмотрим, как сейчас будет. Иван Волков! У-у-у! Ура! Кстати, ребята, если недалеко живете, где чемпионат проходит, проходите, болеть будете за Ивана Волкова. Вот. Так что так вот как-то. Чё, дяденька? А чё я не перемотал? Надо было перемотать, чё смотреть? Мы ж много-много раз смотрели, как он здесь это... Perfect uppercut. Clean hit. Давай. Perfect uppercut. Стоило пропустить, дяденьки, он уже ослаб. Все, сейчас добьем его, наверное. Слег. Слег. Слег наш дяденька. Полежать. Отдохнуть, как говорится. Пах, упал, все. Все, все, че. О чем тут еще можно говорить? Отлично, отлично. Ой, ты че какой? Ты встал же. Ты встал только что. Ты че опять хочешь лечь, что ли? Такой шустрый, дерется еще со мной. Гляди-ка, вообще прям. Дяденька попутал. Упал. Все, есть, выиграли первый бой. Давайте, второй сейчас бой, по Бэрику все. Все по Бэрику, второй бой. 4 боя нам надо, еще 3 отыграть. 3 раза победить. 3 боя еще. Что? Никак не могу. Так. Две минуты, погоди. Так. Ну давай, ты открывайся. Вот. Щи получил, обменялись ударами опять. Давай, долби по мне. Более не попал. Ай-яй-яй. Another stunning hit.
Hunt. Another hit land. Boom, he goes down. Уработали чувака на 4 кулачка. Обманули дурачка на 4 кулачка. Так. Давай, давай, вставай тогда, вставай. Ну, что ты там валяешься-то? Федька. Опять напился, что ли, Федя? Федя, Федьку, натурю. Ой, ребят, вот это у нас чувак будет Федя. Мы его Федя будем называть. Федька опять напился, не может драться. В состоянии. Федька, Федька. Федурок. Такое имя, Федя. Федя. Не, кстати, нормальное имя. Федя. Федя. Опять лег. Ну, Федь, ну хватит валяться, ты заколебал уже падать. Федька. Все падает и падает. Ноги не держат его. Все, вставай, пойдем домой. Давай, 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 все, все, все. Йой, опять встал. Ты че какой живучий, Федя? Четвертый раз, ну давай, лежи уже, хватит, домой пойдешь сейчас. Все встает и встает, а? Все, лежи, лежи. Встал! Ты встал, что ли? Ты робот, что ли, Федя? Робот, что ли? Вот, вообще жесть. Вот ты стойкий, оказывается, Федька. Стойкий. Мужичок, ты стойкий. Стойкий, Федя, стойкий. Стойку держи, Федя. Я иду уже. Давай, 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 Федя. Федя, ну бей повыше, повыше. Вот, молочек, Федя. Хотел апперкотом, что ли, меня, Федя? Ты чё? Ну, бей меня. Хватит блочиться. Вот, другое дело. Встанешь, что ли, Федь? Давай спи, короче. Все, отлично. Выиграно 50 боев с достижения. Ребята, у нас достижения. 50 боев мы сыграли уже. Жесть, 50 боев. Много, много. Так, еще один бой. Даже можно два еще боя. И мы будем уже тренироваться. Давай, быстренько, быстренько. Сейчас Федьку спать отправим, и можно... Два раза надо еще спать его отправить домой, а то опять нажрался опять, блин. Федя, хватит пить, я уже говорил, не пей. Ты все пьешь. Федька. Ты, смотри какой, а? Ты че какой, Федя? Ну-ка разблочься. Давай. Хары блочиться-то заколебал, Федя. Вот, хоть ударил меня, а то я жду, когда ты меня ударишь, а. Все, спать, Федя, иди. Спать иди, Федя, спать иди. Есть, еще один бой, ребят, еще один бой. Еще один бой. И мы будем тренироваться. This tremendous fight will be remembered for a long time.
Чё ты сразу, Федя, полез? Смотри, сколько тебе здоровья-то осталось. Бей меня, Федя. Вот, отлично, Федя. Отлично, Федя. Федька молодец. А Федя молодец. О, все, ребята. Yes. Yes, мы отмучились эти 4 боя. С этим Федей он вообще ни в какую не хочет падать иногда. Иногда прям с первого раза падает там. Ну, не, то есть, иногда падает раз 4-5 и встает. А иногда упал один раз и все, спать лег сразу. Чё, ребят, я думаю, на этом серию закончим. Всем спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте, обязательно отвечу. С вами был Big Brain. И всем удачи, пока-пока.